Вот у Игоря Барабаша тут ячмень вывалил он. Потом цепляет, и вон туда сушилку. А сейчас его не видно где-то, он на комбайн старается. Дождик начинает уже брызгать. И они хотят хоть маленько еще убрать. Я подъехал к храму как раз 21 сентября. Сейчас давай сделайте, меня зовут. Вот, и люди подошли, вот. Батюшка тут вышел. Вот так. Сейчас я подойду. Так, постой, постой, постой. Давай. Там закладывай. Там кирпичом кирпичи. Вот, а теперь сюда идите. Вот так. Сейчас я подержу. Давай какую-нибудь трубу. Я не пойму, что батюшка там делает. Зачем он? Ветром сдувает. Ну, тут связать между собой-то их надо. Ну, опять вон кирпичи. Связать нельзя в дырки-то в эти? Встаньте. А? Ногой держите. Давай. Я кирпичи. Вот так. Его нету здесь. Они пришли в храм. И увидали. И скорее начали закрывать. Вот такая обстановка здесь. Там закрепляй, а потом тот сдвинуть, это, Люба. Тут, видимо, есть и грызуны. Кошечка на страже ходит. Вот этот вот сюда потяни. Сначала ко мне принеси сюда кирпич. О, вот сюда вот закрепи. Так, она поднимет ее, вырвет. Надо завязать их. Сейчас дальше натягивай, чтобы... Вот так, хорош. Нет, поближе туда положи кирпич. Ну... Сейчас, их много, сейчас. Вот этот шов получился не совсем хорошо. Он как с него стекать будет туда вот это. Вот, вот эту под эту бы подложить. Да, вот эту вот там, под нее. Там так идет. Она тут, видит, там шов. Это сверху потечет и. Сейчас. Так. Сумеем, нет, Люба? Вот эту вот надо под эту подтянуть. Потому что вон там потечет по горбу, она потечет туда. Ну ладно. Вот так. Вот какой будет священник этим заниматься и где ему такой случай представится, как в Потеряевке. Тут-то конкретно. Вера и сделал. Вот тебе и решай. Вот она пришла в храм и успевает, прямо уже возле храма стоим, а тут как раз вот расчищенная земля и урожай сыпется. И вот здесь подошли к храму. Вот вход в храм. И тут святые. Когда еще будет это показать хотя бы один раз? Какие святые, ограду новую сделали. Интересные цветы какие. Вот я пройду рядом, показать. С той стороны школа. А здесь вот такая мальва. Во, какие цветы. Это уже все отцветает. Сегодня день рождения Богородицы отмечается, а завтра родители Акима и Анны. У нас называли как раз так, как в этот день были. И вот Акима назвали. Завтра у батюшки день рождения. 44-го года, вот считай, сколько ему будет. Меня догоняют, он на 5 лет моложе меня. Это я прошел, здесь березы стоят вокруг
какое здесь, а здесь школа. Так, закрыли, все. Сейчас еще сюда будем возить. Это сейчас еще будем сюда возить. Ну да, я съездил, посмотрел, привезли щебень-то. Ну я маленько разровнял. Ну маленько, потом мы когда-то подойдем. Молодец, его найди со мной, познакомь. Хороший человек. Игорь знает. Вот, вот пока я обходил вокруг храма, вот я прошел. Вот тоже так немного, чтобы была школа официальная. И храм наполовину. А бывший клуб. Клуб, и тут для заседания было что-то. Клуб тоже занимал, только с той стороны. Кино ее показывали. А здесь у них библиотека за дверьми Потеряевки. Вот Игорь сейчас будет вывозить зерно. Комбайн побежал скорее. Дождь чуть-чуть покапал и опять перестал. Вот теперь успеет еще намолотить. Вот как он зависим от погоды. Никто так не зависим. Даже космические полеты не всегда их учитывают. Это дождик там брызжет. Отошел.